Так, всем привет. Сегодня мой первый день похода в онлайн в ранкет вне стрима. Офлайн, так сказать. Никто сегодня не знает, что я пошел в рейтинг, поэтому смурфов должно быть по минимуму. Во всяком случае, снайперов точно не должно быть, поскольку никто не знает, что я в сети. Поэтому будем пробовать апаться. Сейчас у нас воскресенье, по полдень, по уральскому времени. Самое то начинать пробовать себя в рейтинге, чтобы поднять красный ранг. Так, начнем. Я пока не знаю, как эти записи нужно будет все-таки выкладывать на YouTube. И получается, что их будут видеть только зрители YouTube, потому что на Twitch возможности заливать видео нет. Возможно, я буду... Сегодня я просто залью, в этот раз я просто залью на YouTube запись, а в следующий, наверное, я буду устраивать трансляцию записи, как бы это тупо не звучало. То есть я буду просто записывать без своего голоса видос, а потом его уже транслировать на... устраивать стрим и демонстрировать его на стриме, но при этом комментировать уже во время стрима его происходящее, что на нем происходит. Возможно, это будет даже интереснее. Ну, попробуем. Пока попробуем первый метод. Просто залить на YouTube и опубликовать в группе. Ладно. Что ж. Погнали. Не знаю, сколько у меня по времени это займет. Походы эти офлайновые в ранг. Офлайновые походы в ранг. Как звучит-то? Да, немножко без чата непривычно. Привык уже о чем-то трепаться со зрителями. Ну, зрители сами вынудили к такому формату. В конце концов, с видео все и начиналось. Но со мной даже не соглашаются играть без стрима. Видимо, в сети, в онлайне только те, кто охотится на стримеров. Ладно, посмотрим. Сколько вообще сейчас игроков в онлайне? 5400, нормально. Все нормально, английский рот. Ух ты какой. Какой серьезный. Я бы даже подумал, что он снайпер, если бы был в онлайне. Ну посмотрите, 71 победа. Сколько сейчас винстрик вообще-то у него, посмотрим. Хотя по мастерству у него оно небольшое. Панишит хорошо. Броски рвет. Блочит. Ну окей. Ух ты. Опытный.
Угу. Блядь. Ждал. Знает матчап. Да ладно, блядь. Такой резкий, как понос. Отстепывает, блядь, еще пиздец. Ощущение, что играю, блядь, с тоником каким-то. Особенно по хуевертышу этому. Да, блядь, я все стройки стою. Нахуй его. Ну, слишком хорошо матчап знает, с ним надо пыхтеть. Кстати, у меня графика, по-моему, слетела, надо... Надо исправить. Ну да, как всегда. Окей. Вентилятор выключил. И это так ощущается. Ну, подумал, чистый звук, блять, опять он. Ну ладно, хуй с ним. Сейчас слетим с Ванквишера. Откуда он, блядь, такой взялся? Задрот хуев. Да, блядь, я почему я должен еще за хейлсвипах думать, блядь, когда я его просто вскрыть не могу? Да пиздец. Хуй, тут нет шансов. Я просто не понимаю, как его скрыть. Он что-то делает, блядь, я ничего угадать не могу, блядь. И еще мне что-то атаковать надо как-то. Ненавижу такую тактику. Не, это не проходит. Не обычный 1-2-2. У него все проходит. Он все ожидает. Вообще не понимаю, как так можно играть. Вот единственный раз он что-то пропустил. Ну, лучше с узурперами подеремся. С этим нет шансов. Просто нихуя не понимаю, что с ним делать.
тактика, блядь, оборонительная. Сидит, вообще ничем не скроешь. При этом у него, блядь, атаки неожиданные, аж пиздец. Мои он все читает. Ну, это какая-то хуйня, вообще не понимаю. Где онлайн-то? Ой, блядь, за него нихуя давать не будут. Ну вот это вот обычный красный сиреневый рот. Ну, блядь. Если б не броски твои, сука. Да, блядь, чем я это должен разорвать? Куда ты лезешь там, блядь? Сойдет. Вот чувак с опытом, там сколько у него мастерства, блять, я не знаю, 170. Ну, допустим, он красный там какой-нибудь бьяк, у него мейн, да. Просто жмет кнопки. Ох ты, блядь.
Да ладно, блядь. Не, чувак. Соглашается. Блять. Да ёб твою душу, а! Да, блять, все стройки встают, ну просто бесит нахуй. Да я ж жал блок. Там вырываться надо или чё, блядь? Ой, блядь. Да я ж, блядь, сел. Да, бля, как он так... Клик... Блок, блядь. Да ёб твою мать. Да блять, как я должен вырываться из этого, сука? Какую-то хуйню и зассал, блядь. Да чем это, блядь, разрывать? Единицы, что ли? Да иди нахуй с этим броском, как меня бесит, блядь. Только за счет этого говна тащит, блядь. Блядь, как так ты... Ублюдок, блядь.
На единицу он, что ли, у него, я тебя хуй знает, блядь. Я не наш бросок нажимал, блядь. Ну просто дерьмо. Он постоянно лезет. Блять, ну точно не двойка. Перри у него. Это дженерик, я точно помню. В пятой части еще. Давайте повышение уже, заебало эта хуйня. Не дают. Не дают, блядь. Зато ему понижение дают. Ну, он научился блокировать. Нажал же, блядь. Или 1 плюс 2, блядь. Чё за хуйня вообще? Да, блядь, а, ну какая хуйня? Титаклы ёбаные.
Давай еще один бой с тобой, мне как раз там тычечки не хватает для... Бля, он не захочет. Но это был настоящий красный рот, который жрет все. Окей. Все не так уж плохо. Блять. Ну это вообще другой. Блять, это... Ну, Джаггернаут, ладно, плохо. Шаги в сторону, блять. С плюс. Но он на козу еще не выигрывал. Тоже типичный красный козырь. Да. Не сравнить с тем, с которым я сегодня в первый раз дрался. Где твои, блядь, шаги в сторону? Давай, крафты. Ну все, Джаггернаут мне не нужен. Ну ладно. Сто пять побед. Агрессия.
Ну, это надо забирать, это надо забирать. Это не так страшно. А, в смысле? В смысле, блядь? Алло, как, блядь? Гараж. Типолитка санина. Чё это было, блядь? Типолитка ссанина. Больше, чем Зафина. На Зафине боятся Лидию. Вот оно как, да. Забавно. Ну, пободрее идет, конечно. Если сравнивать. Тем, как идет оно на стримах. Да нахуй ты, он мне нужен, блядь, за него ничего не дают. Ой, пиздец. Хорош. Понятно. Ему кто-то подсказал волшебную кнопку вниз. Бля, чувак, если ты выиграешь, я все равно откажусь. За тебя все равно нихуя не дадут. Нахуй я это делаю? Знает, блядь. Че ж ты в первом-то бою нихуя не знал? Блять, да ладно. Знает. Это была хуйня. Пизду. Чё ж он в первом бою-то вот это вот всё, блядь, с
свой опыт не использовал. Дакает, блядь. С ним. Надо хотя бы до сейвера сегодня подняться. Блядь, опять он. Чё, блядь, никого больше нет? Чем за него не дают, блядь? Так бы с ним можно было драться. Так, он сейчас сколько дакает надо? 1-2-2. DF1. DF1 2, но это как бы тоже не работает, он дакает там. Да как ты, блядь, успел-то это сделать? Угу. Нет, последняя четверка не нужна. Сука, сложно отвыкнуть. Какой же ты душный стал, блядь. Да как ты, блядь, а? Блять, я не хотел. Как он у меня так нажимается? Я не могу это контролировать. Блять, дайте нормального соперника, нету душнилу джаггернаута, блять, который...
Ну, он, блядь, старик хуй. Это опять он. Ну ладно, со стариком хоть имеет смысл. Ну, блядь, он у него тошный. Пиздец. 1000 побед. Да, блядь. Старика-то лоу таких нету, как его хелсвип как бы не особо. Все, у него мощно это блокирует все верхние стойки, поэтому. Да, в наказыч у него повеселее было. Да, блядь, чё всё медленное-то? Да, блядь, это степ был. Да, блядь, а. Зачем отпустил, блядь? Ну, блядь, ну чё ты лежишь-то, сука? Такое говно придумали тоже. Thank you.
выстрадал, блин. Ну это такой вот старикан, да, блядь. Он что-то знает. Но торопится. Вообще-то пусть хорошо торопится. Я люблю, когда торопится. Потому что когда они не торопятся, тогда, блядь, жопа начинается у меня. Такой себе. Угу. Не пытайся. Да, блядь, почему у него вот этот лаунч заходит? Это же говнище какое-то. Ой, блядь. Блядь, это единицу охота. Да не нажимал я это! Да почему ты не достал один джебом его? Да я ж, блядь, ну почему у меня-то... Сколько у него кадров это говно? Бля, 1700, идите нахуй, за него отнимали меньше. В пизду, блядь, такой размен. Ну по очкам-то он желтый, блядь, за него должны меньше отнимать. Блядь, опять он нахуй, никого в онлайне нет. Хули мне с ним делать, блядь? Он душный пиздец. Иди нахуй, блядь, что ты эту хуйню используешь, блядь? Она, во-первых, не стопроцентно отбивает. Ну, блядь, почему? Никакого сейва нет. Ну, блядь, все помнит, нахуй. Как он, блядь, успел? Да, блядь, ну просто хуй. Тут...
4. Fight. Ну почему единицу я жму, блядь? Ну потому что она ближе. Ну, блядь, ну какой... Надо разводить его. Да как ты не отбила-то? Ну давай драться. Не, не буду я с ним драться, блядь. Душнило, блядь. Нахуй сразу. Но опять же он нахуй, блядь. Ну просто дебильная система онлайна тут. Надо подождать немного будет. Ну, блядь, даже степнуть не успевает. Блять, он еще степает, ну просто дичь. Ванквишеры, блядь, степают, ну просто говно, блядь. Под птичками приседает, блядь, кто вообще? Да, блядь, не то ты делаешь! Ну почему ты не отбиваешь, блядь? Ну, блядь, и рекавер, конечно, там миллион лет. Надо подождать, пока он найдет себе соперника. Я, блядь, не вывезу его. Ёбнутый вообще задрот, блядь. Степать, блядь, под птичками приседать, ну просто говно, блядь. Кто делает на оранжевых это? Только смурф, блядь, долбоёб.
Ладно, подождем, перекурим. Так. Сейчас, надеюсь, ему подсунут соперника какого-нибудь. Пусть он там ебется с ним. Пока кофе налью. Ладно. Хоть новый соперник.
Да, блядь, как она у нее все низко-то, а? Сойдет. Да ёб твою мать. Хай, блядь, именно используют. Что за лаги? Блять, армур. Да, блять, заебалась эта хуйня. Мало за него дают. Это была хуёвая идея. Не, ты умер.
Блядь, только не Альт F4, тварь, блядь. Нахуй сел. Блядь, вниз-то кто будет держать? Блять, как она так-то в последний момент, блядь? Такой везучий. Да, блять, я не понимаю анимацию эту. Блять, их затняли нахуй, да хуя, да, в пизду, блять, этих узурперов. Дайте мне в плюс, блять, размениваться. Топчусь, блять, на месте. Выиграл дохуя, блядь, один раз проиграл, все, все очки нахуй слетели. Ну доблокировать вот этот, блядь, лоу ебаный. После мида. Блять, я не запоминаю это. Да блять, почему ты не успеваешь-то? Она успевает. Такое говно, блять. Блять, арморы.
Round 4. Fight. Иди нахуй. Дайте мне, блядь, Ванквишера. Ну давай попробуем с этим, блядь. Но он все равно не хочет. Раймон 666, блядь. К разговору о котяре 666. Конечно, блядь. А, там что, плюсы, плюсы. Ну да, это было тупо. Я не понимаю эту первую анимацию, блядь, как она выглядит. Дак что-то уже начал. Да блядь!
Да, блядь, чё ты отключаешься-то? Что-то какой-то другой, да, Рейджер? Да как так-то, блядь? Такое говно, блядь! Почему комбо-то у нее, блядь, с разбега? Как хуйня, блядь! Ладно, сейчас переждем еще. Сколько, кстати, я уже играю? Ну, так долго, так мало, вернее, 1:23 всего. Ну, еще, значит, потусим. Блять, это кунемицу несложная, но... Персонаж сам для меня неведомый. Не ебу, чего она может. Так, сейчас подойду.
Можно было бы, конечно, паузу ставить на такие моменты, но тогда ж многие подумают, что я во время паузы что-то там, блядь, перезагружаю или еще что-то. Поэтому будем все по чесноку. Вот я Ванквишер, у меня там примерно на середине опыт. Поэтому погнали. О, вайфайщик, давайте к нам. На вайфайщике ведь днины в основном, да? На вайфай. The Dream. Блядь, еще сейвор, нахуй сейвор, блядь. Говорил как-то Макс, что днем не надо играть, какая-то хуйня творится. В принципе, нормально. Ох, вайфайщик с лагами. Заебал со своими комбами, блядь, бесконечными. Да как ты, блядь, не успеваешь-то, сука? Какой бред, нахуй. Такой бред, а. Что-то за него нихуя не отнимают. Какой-то, блядь, один кадр залезал постоянно. Чисто на везение. Опять же этот русский рот, блядь. Опять этот Армор Кинг. Блядь, вот какого хуя? Ну чё, блядь, нет ванквишеров, дестройеров, я не знаю. Такой бред, блядь.
Ну, блядь. Блять, откуда нога вылезла? Ну, блять, конечно, у меня КХ, у него просто тычка. Какой, блять, лоу. Все кахашит, блядь. Еще говорят, нету у Кинга КХ, блядь, нету. Нахуй пошел. Гнило боб, сука. Ну, блядь, комбы выучил. Все, можно нахуй тащить. Нихуя нельзя, блядь. Опять же он, да? Ну, блядь, пропускай. Ничего не сделать. Блока нет, блядь. Oh.
Да, блядь, вот опять КХ, но одни КХ у него, блядь. Сдохни. Ну, блядь, ну просто говно. Ну, блядь, ну как так оно не успевает-то? Колено кахашит, нога кахашит, все кахашит, блядь. Кахаша, блядь. Какаши, блядь. Perfect. Нахуй идите с этим говном, нахуй вы мне суете. Чего у меня, блядь, все удары не кахашит? У него кахашит, блядь. Блять. Жарко, сука. Вроде август, лето заканчивается. Жара пиздец, блять, какой. В июле не всегда была даже. Ну это чувствую душнинка какая-то, блядь. Какой-то аккаунт у него, блядь, непонятный. Побед мало, но при этом он ванквишер. Сейчас если начнет дакать, нахуй, ну все понятно тогда с ним. Да, нихуя себе.
Да заебись, блядь. Ну, блядь, откуда они все это знают? Сразу понятно, кто он, блядь. Да пошел нахуй, как, блядь, матчапы все знают. Ну, блядь, почему я должен был это знать? Ну, блядь, ну просто дудич. Блядь, он рвет все, блядь, у него что, макросы там? Ну, блядь, ну как, откуда этот медок? В жопу его нахуй, блядь. Тошнотик ебаный. Да, Джози одни тошнотики играют, нахуй. Никогда с ними не надо играть. Чесмур, блядь, ебаный. Не могу я верить, что за 97 побед у него, блядь, он умеет. Матчап знает, нахуй, блядь. Лучше меня, блядь. Стример. Че, какой-то задрот, блядь. Ну, блядь, никуда не за не про. Fight.
Корзинка. Убей. Нет, сука. Давай пообмашемся. Опасен, правда, блять. Он тоже задрот. Блюдо, блядь, ну хули он А, я еще живой? Был. Надо было хоп кикать. Да, блядь, как он так успевает? Fight.
сойдет. Round one. Fight. Да, блядь. С интернетом, блядь. Блока нету, да? Что-то он вообще посыпался. Ну, у него понижение. Блять, я думал, он еще на дестройере побудет. Алло. Алло. Я записываю видос. Че видос? Ну, в рейтинге я записываю видос. Охуенно же. Без комментариев? Нет, я комментирую. Комментирую. Ну, блин. Да, вот и тебя будут слышать, они тоже. Поздоровайся с зрителями, которые тебя в записи увидят. Ну, я надеюсь, не увидят, я тут голенький. А, ты забанят. Да? Без трусиков. Нет, я в штанишках просто по пояс. Просто на Твиче, чтобы на стриме, по-моему, появился голый торс, надо переходить в другое. Ну Тоник же с голым торсом стримит. Не, у него сиськи не видно, ты заметил. Он даже когда привстает, старается вставать так, чтобы сисяло не было. У него сисек нет. Давай вот с этим. Нет, ну, блядь, соски, неважно, блядь. Ты не понимаешь. Это антифеминизм, блядь. Там надо выставить категорию другую, и тогда можно, по-моему. Как аспирант-то, помнишь, переживал, что ага. Чувак с голым торсом был, как до того, как они поменяли категорию. А я жрать готовить буду сейчас. Так, я дестройер. Нет, ты долбоёб, но... Почему? Это не важно. Нет, я тебе говорю про ранг, я дестройер.
Разве долбоёб может на дестройера попасть? Ой, изи вообще. А чё ж ты тогда не попадаешь? Ну я там был. Среди долбоёбов, да? Поумнел просто. Окей. Нормальные пацаны в первом ранге. Бирюзе, Ментор, Никей. Вот это наше все. Топовые парни, блядь. Блять. Ну, знаешь, в офлайне оно как бы... Смурфов вроде нет, но есть как бы... Ну, снайперов нет, но есть смурфы. Они да как я бы никуда не исчезли. Тебя понимаю. Я тут, блядь... Особенно утром заходи. Вот утро... А, ну да, вот как раз сейчас вот время вообще ебаное. Это я еще заходил часов в 10 утра. Вот в 10 утра вообще залупа. Их, во-первых, 3 и все 3 смурфа, как правило. Ну, мои-то... Вот я как раз в 12 зашел, это как у тебя 10. Ну, примерно вот, да, там было охуенно. Вот. Я вот так рамки сливал обычно. Я 3 раза в неделю встаю на час раньше. Занимаюсь тогда. Вот. А, и получается... Чем занимаешься? Ну, в смысле... Назовемся заряд, блядь. А я вот не занимаюсь зарядкой. Ну, бля, у меня проблемы со спиной, мне надо. Я думал, чтоб мышцы там, вот это вот все. Ну, бля, ты ебнулся, я дома с гантельками мышцы не накачаю. Для этого надо же и диету соблюдать. Массу как-то набирать, нахуй, нахуй надо. Я чисто так. Тут, короче, чувак. АФК. Так вот, у меня получалось, что у меня оставалось немного времени перед работой. Хуй делать, я думаю, в ранг зайду. Вот так я и слил ранг. Ну, и не раз. Я ж... Ты что, не помнишь? Я же говорил, что да. Утром нахуй играть. О, тупой пол. Мощный тупой. Ну? Чё, блядь? Поработал сегодня, зато завтра выходной будет. Бля, мы еще, ладно, успели уехать. Так бы я до сих пор бы там торчал. Там в 12 часов должен был приехать Путин. А как только Путин въехал бы на территорию, с территории уехать уже нельзя. Все, там никого не впускают, не выпускают. И нам бы, сука, пришлось там торчать, нахуй, пока это все не кончится. Но благо мы там к чуваку подошли, говорим, что там, кого, можно как-то выехать? Если быстро, прям, рейдом, как нахуй, сорвались, Саша, блядь. Как на ногу отсюда дали, блядь. Блядь, это что за захват? Вперёд, не знаю. Вот ты ж ради Путина, это вот это вот все там и было. Это, блядь, празднование флага России, типа. Нет, ну ты вот это тест там, она... Ну да, да, да. Ради да. Путина. И... Ради Путина. Но мы это не, его никто ни разу, если что, не спросил. Ну, к слову, блядь. На службу безопасности? Вообще никто ничего не спрашивал, блядь. Никто не спрашивал, типа, ПСР-тест ваш, блядь. Нет. Так и передали, наверное, автоматом там. Хуя там, блядь, как он мне приходит, этот ПСР-тест, и я его могу отправить. А им могу его показать. И мне, с какого хуя им мои личные данные, блядь, придут? Ну, службу безопасности президента все придет, если надо. Ну, короче, не суть. В общем, нихуя это не пригодилось. Ну и вообще, конечно, мероприятие. Там, в смысле, зрителей не было. Вообще. То есть их как бы и не подразумевалось. Просто приехал там первый канал. Ну, короче, телевидение, блядь, понаехало. Все это говно поснимали. Все. Чисто рекламка, блядь. Это не, праздник не для народа, блядь. Нихуя. Как ты, Иван, относишься к свинине с овощами? Нормально. С маринованными томатами? Нормально. Хотя маринованные томаты в этом как-то не очень смотрятся, по-моему. Ты был боёшь, я тоже сожрал бы. Это будет очень вкусно. Я не особо прихотливый в еде.
Не, это очень. Бля, че это за топ-пик нахуй? О, а, перехватчик. Школа Тоника, вот. Да? Кстати, а что там в овощи входит? А, кабачки, шампиньоны, баклажаны, перец болгарский, паприка, лук, тмин, морковь, хрен. Ну, блядь, их, правда, отдельно надо будет обжаривать, иначе не просто сварится. Ну, ладно, сейчас. Начну все равно с мяса. Дольше всего. Так, маслице. Маслице. Да, демомен, конечно, это, блядь, такая хуйня. Демомен вещь? Нет. Не нравится? Так, а поменьше. Блядь. О, пошло нормально. Честные сейверы пошли. Честные сейверы, дестройеры. Вот не вся вот эта вот, что на стримах хуета бывает. И что утром сегодня была тоже. Ну там... Там честные смурфы как бы. У них просто поинтов много. У них много персонажей разных. Он там на Казуи, на Хихачи играл один. Он не смурф в полном понимании слова. Просто у него много персонажей. Просто не на мейне. Да, но опыт у него, блядь, там, конечно. И экзегушен, ебать, просто. А вот это вот... Настоящая оранжевая хуйня, которая до нассанинки дошла. И когда эта ссанинка не работает, они сыпятся. Вообще... Ранг вещь такая, блядь, непонятно. Бывает, играешь, ты раз, ты фиолетового победил, причем победил. А бывает, раз, и какой-нибудь ментор тебе пизды дал, блядь. Как так? Матчап, сука? Хуяп. В том числе. Хуяп тоже. Да, кегля. Дэдфист. Ничего, да, счетчики же надо спорить. О, я сейчас, да, стараюсь ловить на махании в воздух. На двойку же, да? В смысле он меня забрал, серьезно, блядь? Ну давай. Нет, Шлёпа, ты в подъезд не пойдешь. Он хопкик сделал, а комбо сделать забыл. Ну давай. Так. Блядь. Что-то я тут тормозил. Ну ладно, давай еще. Блять, он какой-то хуйней меня. И он сейчас не будет, да? А будет. Ты че, чувак, блять? Это твои демомены, дедфисты, это как бы хуета полная. Ты, блять, не тоник, если ты подумал, что ты тоник. Тоник, конечно, парень тоже не шибко-то, блядь, грамотный в боях, но он хотя бы у него экзегушен и опыт есть. Экзегушен? Ну, исполнение. Экзегушен. Он чему-то научился. У него появилось на одну извилину больше.
Блядь, серьезно? Ай, хуевертыш. Хуй перебьешь. Хуевертыш. Это так официально, да, написано? Да. В тренировке заходишь в список приема, там хуевертыш английский. Не доделывать ДММН, блядь. Я не знаю, его можно доделывать, нет? Иван, где ручка от сковородки серой? Большой? А, вот она. Я нашел ручку от сковородки. Нормально. Не ссы. Там аспирант что-то стримит. Что он стримит? Стримишь? Че он стримит, говорю? Я откуда знаю, блять, я знаю, что стримит, не знаю. Ну он эту, наверное, хуйню свою 12 минут. Он его пройти хотел. Я! Свининочка пошла! Пошла, значит, свининочка. Блять, что это дохуя свинины купил? Полная сковорода. Ладно, ладно, прикалываться тут не надо. Так не надо, как без прикольщика. Как Спайдермен, что в шутке прибыл. Ты ж только за это Спайдермена любил. Ну, временами бывало. Я не скажу, что в шутке, но там в купе с озвучкой, как бы, и с общей ситуацией это бывает заходило. Тедди Брок. А что тебе нужно? Будет больно или нет, это как ты сам захочешь. Ну, блять, это пиздец было, конечно. С понтом таким казалось. Блять. О, и он комбо с хоп-кика сделал. Ну, на молодец. Ну, кегли сделал. Он больше хаёв стал делать. А до этого что, лоу были в основном? Ну, он демоменом злоупотреблял, их в кики жрал. Окей. Окей, давай поиграем. Да, блядь. Вижу анимацию, но, блядь, торможу. Да, блядь. Да, господи, какой у него урон конский, а? Сейчас бы алерт, нахуй, врубите про урон. Да иди нахуй с дедфистом, блядь. Ты думаешь, кто-нибудь будет смотреть? Да, запись. Будет, почему? Раньше же смотрели. Слушай, он меня забрал в чистую. Давай. Флаус Виктори. Да вообще пиздец. Не могу. Нашел тайминг, когда свою хуйню всовывать, блядь. Молодец. Да какой молодец, это пол, блядь, ебаный. Полом не надо быть молодцами, чтобы хорошо играть. У Тоника на стриме такое не ебани, опять забанит. Блядь. Я это ему примерно уже писал. Овощи пошли, Иван. Блядь. Прикинь, у него нога, блядь. Прыжка. Как это, лаунч. Это нога того, кого надо нога. О, тут еще шампиньончик. Шампиньонушки.
Да, блядь, ёбаный кегли, идите нахуй. Нахуй я сел под хуевертыши. Ты, Иван, под хуевертыши-то больше не садись. А то тебе именно хуевертыши. Мощный прием. Так, а мне ж, наверное, томат надо в блендере ебануть. Под хуевертыш нельзя садиться. Соглы. Я не в целом мяг? Не, нихуя. Не очень соленые, но это нам на руку даже. Так. Где хуйня от блендера, блядь? А, вот. Что случилось? Так что там Заспора стримит? Да не ебуй. Ну. Чё? Ну ничего, ты трансляцию включить нет? Включи. Я тебя тоже включу. Нет, мне не надо сейчас. Я в бою. Ну чё это, как называется стрим? С кухни. Подготовь. Блядь, а где? Да я в принципе и могу вывести твою камеру в этот. Да не, не надо. Это ж мне нас... одеться придется. Да. Зачем я? Блять, нажимал же. Че? Этот медок его ебаный. Ёбаный медок. А чё, он с медом пришел на драку? С хуем он пришел на драку. С хуем? Ну, нормально. А чё без хуя на драку? Да блять, да как так? Да блять! Все ж правильно сделал, блять, как он пробил. Нехороший человек. А, у него пока общение. Давай я тебе выведу. Сейчас. В смысле, как его не Че? Зацепило, блядь? Какая хуйня, блядь. Какая это все хуйня? Какой смысл, да? Примерно. Блядь, я не успеваю рвать. Да какой, блядь, он столько... Он почти не бил меня.
Если вдруг тебе надо будет, можешь выводить картинку, я прилично стал выглядеть. Да... Ай, блядь. Блядь, да чем его рачу? Единицы все-таки что ли? Да иди нахуй, почему ты кеглю решил сделать? Такое говно. Я два уже проебал. Нет, я в минус ухожу. Не, я, ну давай еще раз. Блядь. Нахуй пол, блядь. Да? Да, по идее, но, блядь. Надо забирать. Ну надо еще раз, правильно, правильно. Моя школа, блядь. Я в последнее время тоже хуйца стал подзабивать на... Слив ранга и вот это вот все. И просто если мне интересно с чуваком играть, ну прям интересно его именно хочется. Есть те, кого ты проигрываешь, но неинтересно с ним переигрывать, потому что он либо с Саниной, не хочется к ней подстраиваться, а есть прям с кем ровненько идешь, и с ними я, как правило, переигрываю сейчас. Да, блядь, ну дай ты диг-джеб тебе сделать. Пожалуйста, дай что-то кое-что попробую. Да? Ну, никак не вставить, блядь. Ну, блядь, ну как я должен эту кеглю реакцию? Да, блядь, кеглю нихуя вертышь. Чтоб раз блок тут не разорвал, блядь. Так живем. Так и живем, блядь. С хуя на хлеб перебиваемся. У него 2158 побед, блядь. Он на сейворе и, блядь, он играет как дно. Сейчас обидно было, конечно. Ну, блядь, ну по факту. Я тоже 2 с лишним. Уже. А, да, я забыл, ты же. И у меня Джаггернаут, блядь. Повезло сейчас. Блять, я не могу эту паттерн запомнить.
У него это мигалка на волосах. Депутат, ну, значит. Сигналка, знаешь, это. А причем у него волосы-то дыбом, то есть они там, это как бы твердой-то поверхности, по идее, быть не должно, но она как-то там держится. Понимаешь? Лак для волос хороший. А, ну если только так, да. Тебе виднее. Шаришь, нихуя. Ну да. Я под хуевертышем сел. Это ты зря. Да, это раунд вообще был зря, нахуй. Его не было, давай переиграем. Блять, все съел нахуй. И Дэдфи съел нахуй. И медок съел. Медок съел. Приятно. А вот кеглю ты пошел нахуй. Да нахуй я, блять, там дикджеп-то делаю, блять. Да какой еще мид, он еще мид, блядь, сунул? Все моду взяли, блядь, добивать мидом. Ну, у меня сейчас 600 побед будет. Ну до 2000 тебе еще срать и срать. Блядь, что я сделал? Ой, опять что я сделал, блядь. А что ты делаешь вообще? Не да, делай. Блядь, вот. Надо ему лоу сунуть. Давай, да. Хелсвипа моего. Да, блядь, куда какой? Нет, это надо единицу. Вот с перфектом меня забрал, блядь. С перфектом. Да? У меня еще бросок через жопу делается. Я не могу ему его сделать. Особый свой. Особый бросок. Блядь, нельзя же нахуй вертыши даже дикджеб сунуть. Ну, блядь, ты меня опять все очки проебал, ну просто бесит. Не играй с ним. Так а с кем, блядь, там еще какая-нибудь хуже хуйня попадется. Еще хуже. Ну, сейчас посмотрим, сейчас если проебу, то как бы все, нахуй. Блять, у него еще и лаунчит все нахуй на свете. Блять, какая хуйня у нее все-таки хелсвип. Ренжа 0, блять. Ой, да, блядь, выжидать! А в целом же, смотри, снайперы могут же быть у тебя в друзьях, правильно? Ну. В стиме.
Вот, они же могут видеть, что ты играешь в теки, либо я невидимку убил. Да я не могу после хая, блядь, не делать дикджеб, ну это тупость ведь. А ты попробуй, вдруг тебе понравится. Пизду его нахуй. Заебал он, блядь, своей хуйней. Я не понимаю, где там ставить можно, блядь. Он еще отходит, тошнить стал, блядь. Все, огонь поменьше, нахуй. И тушить. Одни плюсы, блядь, хуй накажешь где. Стой, блядь, и терпи в блоке, нахуй, блядь. Пропуская неожиданный лоу. Да его только ловить, только на хаях, когда дакать, блядь, и наказывать. Ну я ебу в рот такую игру, блядь. Я чё, блядь, им реактивный, что ли, чтобы под хаями успевать что-то? Блять, нахуй мне оверлорд, мне за него ничего не дадут. Хоть за него мало отнимут, и то хорошо. Да? Да. Блять, умный сука. Что это было, блядь? Блядь, ты что, да как не успевает? Прыгнуть тоже не успевает. Пизду нахуй. Ну хорошо, 175.
Блять, еще одна говнина ебаная, блять. Я, по-моему, с ним играл. В прятки? И, по-моему, он, блядь, нихуя не поднялся. И он, блядь, такое ощущение, что ждет, нахуй. Жена фотку скинула. Путин приехал, там стоит. А все ему, видимо, машут. Ты бы помахал Путину? Все знают, блядь. Пинает, блядь, вот пинают. Все знают, что у нее панч перри. Все знают, блядь, что ее надо перрить. Вот, ну просто пиздец, блядь. Ну как так? Откуда Джози могут это все знать поголовно, блядь? Просто говно, блядь. Ебучее говно ебучего говна. И парируют, блядь. Я, по-моему, с ним играл постоянно, блядь. Все Джози, которые мне попадались, это он и был, блядь. Один в один геймплей, блядь. Пизду, блядь. Тошно, тошнотик ёбаный, блядь. Снайпер тупой, блядь. Чё так жарко, блядь? Oh, he typically finishes that string. Oh! Все игроки пропали. Перезайди. Не, почему? Они попадаются, но не соглашаются. Все равно перезайди, он, скорее всего, одних и тех же пихает. Бывает. Да подло мне, западло, западло.
Ну конечно, больше же нет игроков, блядь. Нихуя у меня проигрыши уже 5 нахуй. Просто говно. Какой-то хуетой, блядь. Песня душевная, да? Какая? А вот играет в телеке у тебя. Не слышу. Я был увлечен. Послушай, блядь. Послушай, блядь, тогда. Скажи, послушай. Она уже закончилась, правда? Послушай умных людей, да. Очень неожиданно для меня настолько... Которых тут... Обязательно это тупое уточнение. Ну просто... Слово «послушай» вспомнилось... Вместе с этой фразой. Тебе часто так говорят, потому что тупенькие, кругом все умные, да? Нет, просто в последний раз где-то слышал. Калигула, блядь. Сука, тоже долбоёб какой-то, блядь, с красных.
Блять. Так. Ладно. Сука! Я по. Чё ты? Погнал. Куда? Ну сейчас я буду дальше еще готовить, что все равно. Ну смотри. Ага, давай, если что, еще вечером созвонимся. Да как он тут вперед меня-то успел, блядь? Блядь, сейчас еще один раз сыграю, если проиграю, нахуй забью на рейтинг. Надоело. Но он все равно отказался. Ой, где все-то, где все-то? Thank you.
Ой, ну это вообще хуйня. Ну ладненько. Сойдет. Какие-то говнопэри, блядь. Чего не успеваю? Ну давай еще раз. А, он не хочет. Ну все тогда. На сегодня хватит. Что ж, ну сегодня опубликую. Посмотрим. Ну у меня почти 3 часа, да. Так что такое себе получилось. Ну, я поднялся до дестройера. И это было намного приятнее, чем на стриме, поскольку, ну, противники были в большинстве своем честные. Ну, все честные, так назовем. Да, было нелегко, но, по крайней мере, достижимо. Так что выводы делайте сами. Всем пока.